5 таких. Из него будет револьвер градиент. Ну и давай положим вот такую одну штуку прямо с завода. Из него может упасть гидропоника. Она, в принципе, отобьет контракт, но с минусом некоторым. Честно говоря, я очкую. Шансов у нас 40% на рыцаря. 50 против. Ебать копать. Ну, братал, ты сам все видишь. Не хочет выдавать. Да, бля, я в шоке просто. Ну, теперь уж сам Бог велел сделать контракт номер два. Блядь, жалко, пиздец, конечно. Ну, еще бы ты что. Слушай, с другой стороны, ты знаешь, я все эти пищали экскрафтил. Ну, то есть... Все четыре. То есть я, в принципе, сэкономил денег, конечно, я их не покупал. Но, честно говоря, это не добавляет мне радости. Вообще никакой. Ну, вот смотри, сейчас у нас с тобой все просто. Ну, две коллекции. Коллекция прорыв. Из него упадает одно говнище. И коллекция... Arms Deal. Из него упадает темная вода, USPS M4 и Glock татуировка дракона. В принципе, хороший. Все это окупает. Все это окупает контракт. Это, конечно, не сможет окупить мне потерю сейчас 4 диглов, даже 5. Но, может быть, что-то, если отсюда выпадет, хорошее. Особенно Glock, это будет хотя бы хорошо. Glock стоит 50 баксов, а любая темная вода стоит по 30. Любая. Все, что упадет из прорыва, стоит не больше 4 долларов. Вот так. Сам контракт будет около 20 без себестоимости. 18-20. Поэтому давай, поехали. Без уже всяких отворачиваний. Жаль, что поздновато так. Жаль, что так познала. Флот, поверь мне, он офигенный будет. 0-0-0, охуенно. Флот а офигенный. Блин, ну вот Glock, кстати, очень мне нравится. Вообще классно. Из него можно сделать калаш, да, поверхностная закалка, статтрек. Причем из заводских Glock'ов прямо с завода получится закалка, понимаешь? Потому что в этой коллекции там, кроме него, кроме Glock'а, из запрещенки. Там еще темная вода, а она бывает максимально только немного поношенная. Вот в чем вопрос. То есть, как бы, если ты хочешь закалку прямо с завода, то вот тебе то, из чего ее можно сделать.